Всем привет! В этом видео я вам расскажу, как сплести вот такой браслетик. Назвала его «Волшебные кольца». Плетется он без станка, без крючка, только нашими пальчиками. У меня будет 7 колечек на этот браслетик. Соответственно, если на одно колечко у нас идет по 3 резиночки, должно пойти 21 резиночка розового цвета и соединительные голубые резиночки. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 6 голубых резиночек. Итак, возьмем наши 3 розовых резиночки. Возьмем голубую резиночку. Протянем вовнутрь наших розовых резиночек вот так петельку. Возьмем пальчиками. Теперь верхнюю петельку мы должны протянуть вовнутрь через вторую петельку. Вот, накидываем. И вот мы затянули. Получилась такая петелька. Берем опять 3 наших розовых резиночки. И под голубую, вот мы так кладем под голубую, оттягиваем вовнутрь, протягиваем нашу петельку. И растягиваем через внешнюю сторону, надеваем ее так петелечкой. Вот видите, как у нас очень быстро получилось вот такое соединение. Берем опять нашу синюю резиночку, продеваем вовнутрь наших розовых резиночек. Теперь мы верхнюю петелька, которая смотрит на нас, затягиваем вовнутрь вот так, и получается петелечка. Берем 3 резиночки опять розовых, и кладем вот наверх нашу голубую резиночку, вовнутрь протягиваем петельку, растягиваем ее. Через внешнюю сторону одеваем, вот, вот так закручиваем и скидываем. Ну вот, соединили. И так мы повторим до тех размеров, которые нам надо сплести браслетик. Берем петельку, затягиваем. Вот. Берем наши розовые резиночки. Так. На внутрь растягиваем и скидываем. Вот. Итак, вот у нас получился такой браслетик из 7 колец. Давайте возьмемте нашу застежечку, оденем на наши резиночки. Такой у нас получился очень простой браслетик. Давайте примерим на ручки. Вот, смотрите, как он замечательно смотрится. Если вам понравилось видео, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч!